Высота снежного покрова больше 70 сантиметров. В этом году осадков в центральном регионе выпало в два раза больше нормы. Уже на ближайших выходных синоптики обещают плюсовую температуру. Начнется активное таяние снега. Специалисты предупреждают, это чревато подтоплениями. Деревни и СНТ, где регулярно бывают подтопления. В прошлом году у нас таких мест было 25. Особое внимание село Веденское, деревня Чапаевка, куда мы регулярно выезжаем весной во время паводка. Также в зоне особого внимания микрорайоны, в которых имеются проблемы с ливневой канализацией. Новая Трехгорка, Гусарская Баллада, Верхний Посад, Кубинка 10, Ракетня. Такой ситуации, которая сложилась в этом ЖК Звенигорода, в прошлом году повториться больше не должно. Нужно действовать на опережение, подчеркнул руководитель муниципалитета. Сейчас производится завоз грунта и песка. Мешки уже переданы в территориальное управление Звенигород. Проводится очистка имеющихся ливневых колодцев. Создан запас откачиваю-перекачиваю оборудования. То есть вот на эту точку у нас может быть ориентированы и лососные станции, и до 20 мотопомп. Пост Росгидромета, вешки, датчики подъема воды. В Одинцовском округе ведется постоянный мониторинг тех мест, где возможно подтопление. Впрочем, к чрезвычайным ситуациям готовы и спецслужбы. Муниципально это 17 бригад. Станислав Юрьевич, я думаю, остановится более подробно. Это подразделение «Мособлпошспас», наше аварийно-спасательное формирование. Еще 5 бригад готовы в любое время устранить подтопление на дорогах. Сейчас дорожники очищают обочины, водоотводные кюветы и водопропускные трубы, вывозят снег. До 29 марта эти работы должны быть завершены. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».